канун Нового года в семье Татаркуловых из Прикубанского района родился 10-й ребенок. Для семьи это большая радость, ведь детей здесь очень любят и растят в атмосфере ласки, добра и семейных традиций. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на выписке и узнала, кто же родился 10-м – мальчик или девочка. Мурат и Диана Татаркуловы счастливы в браке, живут в поселке Заречном Прикубанского района и воспитывают 9 детей. В канун Нового года семья пополнилась еще на одного человечка. Родился мальчик, 10-й в семье, всего 6 девочек, 4 мальчика. Родить 10 детей – это, конечно, непросто, тем более в наше время. Она молодец, что говорить. Вот. 10 детей – это, конечно, счастье. У нее беременность несколько сложная была, но с честью вышли. Вот. И 10-й ребенок, мальчик. Это для республики, конечно, большой пример для того, чтобы равняться на них. Глава государства ранее отмечал, что многодетность, большая семья должны стать нормой и образом жизни. Сегодня, когда в государстве неоднократно обсуждается вопрос увеличения численности населения, Путин подчеркивал об этом говорят и все руководители, об этом говорят все старейшины фамилии. Сегодня родить 10 детей, их воспитывать, это по-хорошему геройский поступок. И я очень хочу пожелать этой матушке, которая сегодня занимается детьми больше времени, чем наш брат, здоровья, исполнения ее желаний, и чтобы мы всегда имели возможность радоваться успехам этих детей. Диана Татаркулова всех детей родила в роддоме Черкеска и благодарит за поддержку весь медицинский персонал. Очень хочу поблагодарить всех врачей этого нашего замечательного роддома. Наурузову Земфиру Магомедовну, Риму Юсуповну Чотчаеву и Малсугенову Марину Хасановну, у которых мне посчастливилось родить 10 детей. Ребятишки с нетерпением ждали выписку своего братика. Избиваясь с ног, мчались, кто же первый увидит новорожденного. Говорят, по очереди будут нянчить малыша. Рада то, что у нас родился еще один братик. Его зовут Амин. Ставшие еще раз новоиспеченными родителями, советуют всем не бояться заводить побольше детей. Ведь сейчас и государство дает поддержку молодым семьям. Медперсонал уверенно говорит, что семья Татаркуловых вернется сюда еще за 11-м ребенком, чтобы укомплектовать свою личную футбольную команду. Альбина Курочинова-Кенжева, Ахмат Чучаев, Ринат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия.